Всем здравствуйте! Наталью Чувашову гости театра привыкли видеть на сцене во время спектаклей. В этот раз она сменила амплуа. Актриса встретилась со зрителями и рассказала о правилах поведения до и во время представления. Зрительный зал. Первым заходит по этикету мужчина. Соблюдать правила нужно не только в зрительном зале, но и в гардеробе, буфете. Также важен дресс-код. Спортивный костюм или яркая одежда не приветствуются. Но актриса отметила, у белгородского зрителя с этим все в порядке. И столичные театры одеваются не так, как наши зрители. Для наших зрителей театр – это праздник. Поход в театр – это праздник. Они наряжаются, одеваются, не приходят с хорошим настроением. Виталий Найденов ходит на спектакли Щепкинского театра уже 4 года. Признается, каждый раз открывает для себя что-то новое. Первый раз попавший в театр, ничего не знаешь. Всему удивлен, всему восхищен. И просто забываешь о каких-то общечеловеческих принятых манерах поведения. Сейчас уже, когда с каждым разом все больше и больше, ты подмечаешь какие-то нюансы. И все это совершенно меняется. Мы очень многого не знаем о театральном этикете. И мне кажется, что вот такие вот мероприятия, которые мы сейчас проводим, они действительно помогают людям лучше узнать культуру посещения театра. Театральный этикет – это не жесткий свод правил, а скорее кодекс вежливого человека, который позволит не испортить вечер в театре окружающим и себе. Владислава Витковская, Денис Копач. Такой день на Мире Белогорья.